Хейо, друзья, всем огромный привет, с вами снова я, Славик Маст и Элфи, у нас сегодня будет битва воров, Брикрикс. Всех приветствую, друзья. Да, ребята, у нас сегодня будет угнать за 180 секунд, то есть мы сегодня, ребята, вместе с Элфи и с нашим подписчиком Олафом будем воровать тачки за 3 минуты. Ну и правило, у нас есть 3 участника и каждый из нас прячет по 3 машины в городе. После этого мы едем в Лего Сити, нам всего дается по 3 минуты, и мы начинаем искать тачки, кто какую тачку найдет за это время, тот на то и будет участвовать в испытаниях. В общем, да, друзья, вот такая прикольная рубрика, надеюсь, вы ее поддержите лайками. Также, если вы хотите, чтобы мы в следующей серии переместились в город Бриксвиль, так как там намного больше нычек для машин, очень-очень большая территория, давайте мы наберем 2000 лайков. Как только набирается 2000 лайков, мы сразу же начинаем снимать новую серию. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал, и прямо сейчас мы начинаем. Поехали! Все, друзья, мы только что спрятали наши машинки, поехали. Получается, ребят, свои машины мы не можем находить, да? Только, ребят, я могу, например, найти машину Элфи или Олафа. Так, все, пацаны, давайте быстренько, ребята, время уже идет. Три, ребят, всего минуты. Не забывайте, ребят, три минутки всего. Так, ну я думаю, вряд ли, ребят, кто-то спрятал машины на видном месте, да? Я думаю, ребят, вряд ли кто-то их спрятал прям где-то здесь, вот, между небоскребами, между домиками. Хотя, в принципе, ребята, возможно, все возможно. Нашел. Кстати, да, ребят, я тоже, смотрите, нашел уже кое-что. Но, увы, друзья, это моя машина. Да, блин. Да, ребят, это моя машина. Я, ребята, знаю очень крутые нычки в городе, так что, в принципе, давайте мы сейчас именно по ним и проедемся. Посмотрим, ребята. Да, ребят, вот, кстати, вот здесь вот возможно. Среди вот этих заброшенных останков... Вроде ничего нету, да? Неплохое место, но там чисто, там чисто. Окей. Да, так, ребята. О, ребят, смотрите, так, это моя машина. Это моя, братан, я первый нашел. Это я первый нашел, все, все. Это же твоя машина. Это не моя, нет, это Олафа вроде, не, или это твоя. Беленькая, беленькая. Ух ты, ребят, смотрите. Получается, я, ребята, нашел самую крутую тачку. Олаф у нас, ребята, нашел самую-самую крутую тачку. И Элфи, ребята, тоже. Он нашел такой вот прикольный желтый болид. В общем, да, друзья, прикольненько довольно-таки получилось. Мы все, ребята, просто самые крутые тачки выбрали. И давайте мы теперь устроим испытания. Поехали! Так, Дарк, давай. Раз, два, три! Поехали! Чего вы все такие быстрые? Я не понял, пацаны. Ну, я не знаю. Ну, кстати, смотри, ребята, офигеть, конечно, жесткие. Я понял, ребят. В общем, смотрите, все довольно-таки шустро разгоняются, а я, ребята, нет. Но при этом у меня, ребят, просто огромная максималочка. Да! Ребята, 300 км в час. Да, ребят, такая прикольная машина. Она, если, короче, не нажимать, ребят, педаль, да, W, то она тормозит сама по себе. И довольно-таки медленно разгоняется. А кто у нас выбыл? Ты? Да, ребята, видимо, у нас Элфи выбыл. Три, поехали! Давай, 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 давай. Не, ребята, это просто без шансов, вы понимаете. А, ребята, я понял фишку этой машины. Нужно прям переключаться на максимальную передачу. И таким образом, ребята, вы видите, просто 305 км в час. Просто, ребят, короче, бешеная скорость. Так, ребята, теперь у нас дерби, братан, но... О, ребята, так, ну пошло вроде дело. Ну ты тяжелый, да-да-да, у тебя же все-таки болит как бы. У меня, ребят, машина такая, знаете, маленькая, спортивная. Мне, ребята, кажется, победит Элфи, у него самая большая, самая мощная тачка. Хотя нет, смотрите, довольно-таки, ребята, у нас у всех они одинаковые. У меня, ребят, мощность, да, мне мощность позволяет, получается, нормально сражаться на равных с Элфи. С Олафом. Нормальный гоночный. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы сейчас просто друг друга убьем, да? Они именно скинем. Мы друг друга разрушим сейчас, по-моему, ребят. Так, так, так. И кто же, ребят, победит? Давай, 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 давай. Элфи, Элфи. Тихо, тихо. Не, ребят, что-то не получается. Я по факту сражать, потому что, как бы, если я долбаю тебя, то мне в бочину врезается Олаф. Мне это не очень радует. Пом, ребята, самый сейчас среди нас целехонький, это именно Олаф, вы видите, да? Все, ребята, минус Олаф, он разорвался, вы понимаете? Как-то, ребят, странно мои слова действуют на всех. Я, ребят, это уже не в первый раз замечаю. У тебя минус колесо, братан. У тебя минус колесо, да-да-да. Ну все, ребят. В общем, получается у нас просто минус Элфи. И теперь мы с Славой один на один. О, братан, куда ты просто улетел? Так, 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 ребята. Надо, ребята, победить Элфи. Сейчас получается, ребята, кто выиграет, кто победит вот этом вот раунде, тот, ребята, победил в дерби. Олаф у нас уже выбыл. Так, ребят, смотрите, мы постепенно Олафа, ребята. Ой, какого Олафа? Элфи, конечно же. Мы, ребята, Элфи уже постепенно загнали на край крыши. Это довольно-таки хорошо.
Двигатель пока у меня вроде сзади. Вообще-то. Да, ребят, вон у меня сзади двигатель. Я вообще не знаю, где у меня. А у тебя, по идее, тоже, да, он должен быть сзади. Все-таки у тебя какой-то такой гоночный болид. А, это панель, это панель, это панель. Возможно, он у него, ребята, сзади находится. Хотя, возможно, в принципе, спереди. Кто его знает? В первом раунде у меня вообще центр машины был. Так, что сказать. Ну, что-то, по-моему, ребята, у нас, видите, вообще не получается победить друг друга. У нас, видимо, одинаковые машины. У меня, ребята, очень мощная машина. А у Элфи, ребята, очень... тяжелая машина. Так, ребят. А, вот-вот, ребят, выиграю, Элфи, давай. Да, ребят, пошло дело, пошло. Давай. Тихо, братан. Подожди. Все, ребята, мы просто берем и скидываем, ребята, Элфи, да. Получается, я, ребята, победил дерби. Ну и теперь, друзья, сейчас у нас будет очень крутое испытание. Прыжки в длину. Я, ребят, давайте буду первый. Так, делаем, ребята, разгон. Получается у всех по одной попыточке. Нифига себе, ребят. Смотрите, как я просто втопил. Давай. Главное, ребят, чтобы не занесло. Все, ребята, вылетел. Нифига себе. Все, ребята, вот я зафиксировался. У всех, ребята, одна попытка, не забывайте. Так что если заносит, то все. Ой, все, ребята, Элфи у нас вылетает. И серьезно? Нифига себе. А что ты так жестко улетел? Ну, видели, ребята, то, что мне немножко не повезло. Я, ребята, как-то полого полетел и ударился об землю. Из-за этого, в принципе, моя, ребят, машина очень серьезно затормозилась. Ну, теперь, ребята, Дарк, давай, братан. Короче, ребята, Олаф у нас вылетел. И Дарк заменил Олафа на его же машине, который, ребят, получается, нашел у нас Олаф. У нас теперь, ребята, будет Дарк. Дарк у нас, ребята, тоже очень хороший водила. Давай, Дарк водила. Ярик водила, только... Оу! У нас, ребята, ну ладно, что-то Дарк какой-то, ребят, не супер водила. Поезд влетел, да, ребят, все. В общем, да, ребята, Дарку не повезло. Что-то, ребята, у Дарка там поломалось, видимо. И, ребята, в этом испытании у нас победил Элфи 2-1. И теперь у нас финальное испытание, друзья, товарищи, гонки по кругу. На счет 3, 1, 2, 3, поехали! Давай. Все, ребята, просто мы вырываемся, понимаете, вперед. Нифига себе. Нет, братан, не надо. Офигеть, ты в меня, конечно, врезался. Что? Кстати, ребят, я без Гэма играю, смотрите. Что просто с Элфи, блин, творится? Дарк, смотрите, ребята, вырвался вперед. Давайте правила только, ребят. Обязательно правила. Едем по асфальту, без срезаний. Давайте, ребят, по земле вообще нельзя ехать. Постоянно, ребят, пытаемся ехать именно по асфальту. В общем, просто полный, друзья, вперед. Нет, там можно срезать, знаешь, братан, на некоторых участках дороги там можно срезать и реально, в принципе, получить довольно-таки большое преимущество. Что? Что это сейчас было? Машина весьма неудобная по управлению, то есть чуть-чуть. Ну да, ребята, у меня, кстати, тоже как-то машину немножко заносит, что ли. Кстати. Что, ребят, с Дарком? Да что с машиной? Серьезно, что ли? Ладно, все, ребят, да. Полный просто вперед, надо, ребята, победить. Ну, Элфи, ребята, занесло, торможение. Занесло, ребята, у нас Элфи. Налево. У нас, ребята, Дарк вырвался. Я не знаю, возможно, кстати, заднеприводная. Ну, вроде полный это у всех привод. Все-таки, ребят, полный привод будет получше любого переднего или заднего привода. О, ребята, просто мы берем Дарка, обгоняем. О, смотрите, ребят, просто вырываемся мы вперед. Давай, машинка. Топовая, ребят, просто мне сегодня тачка выпала. Нашел, точнее, я ее, ребят, сам нашел. Самое веселое, что мы с тобой... Самое веселое, что я как бы сейчас уже практически на финише. Кстати, да, ребят, вы видели то, что эту машину, на которой я сейчас... Мы, ребята, получается, селфи ее практически одинаково нашли. Только я, ребят, буквально был на пару секунд быстрее. И, по сути, это, ребят, была моя машина. Так, поехали. Вижу, ребят, вот смотрите, у нас срезает Дарк. Смотрите, ребят, просто Дарк у нас, конечно, нечестный, ребят, просто. Ребят, финальные, короче, остаются повороты. Вот, ребят, поворот, вон еще один. И, в принципе, уже вот-вот у ребят уже будет финиш. Давай. Хорошо едем. Отлично, все, просто 300 приблизительно километров в час. Я вообще догоняю Дарка как-то. А ты где? Ты приблизительно где? Я, ребят, все, уже на финише. На двух третях круга, я заезжаю. Все. Ой, ребят, срезали. Ну ладно, в принципе, я, ребят, и так первый. Я думаю, вряд ли меня уже кто-то догонит. А хотя нет, кто-то догоняет. А кто это у нас здесь?
Этнос Дарк. Как бы... Дарк у нас срезает прям по-жесткому. Даже половину проехал. Ну, по-моему, здесь просто покороче будет. В общем, да, ребят, получается, я победил. Смотрите, я уже на финише. Все. Опа-на. Понимаете? Все. Тихо. О! Я через забор перелетел, ты понимаешь? У тебя самое высокое транспортное средство, оно у меня самое низкое. Не, вроде у Дарка самое высокое, у меня не такая, что она у меня маленькая, знаешь, такая миниатюрная. Короче, ребят, получается, я финишировал, все, я топ-1. Я во все врезаюсь. И кто же у нас будет второй? И у нас второй Дарк, да, ребята, Дарк второй. А где, кстати, Элфи? Элфи у нас, ребята, вообще где-то очень далеко. А, вот он, нифига себе. В общем, да, друзья, вот такая вот новая рубрика. Ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. И всем, друзья, пока-пока-пока.